Но тут пришла КВА, и теперь все заблокировали. У них наша цель. Мы знаем, где он? Доктор Пьер Дануа. Он в больнице в центре города. Выдвигаемся. Мы 4 года охотимся за Аидом, а его главный подельник вдруг взял и сам приполз. Просто блеск. ДНК. Обожают они ДНК, я смотрю. Что же за тупая игра, этот бейсбол непонятный какой-то. Мне так кажется. Секунду, капитан. Капитан, значит, ты его знаешь, че ж ты его не боишься-то? Думаешь, что это робот? Подождите. Ой, я боюсь всяких движущих. Какого черта КВА делает в Детройте, босс? Ну, нормально, чё. Брошенный город. Ни полиции, ни свидетелей. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Или кого-то. Все в порядке. Удачи. Идеон, Торос, все готово? Можно ехать. О, вот чур мой вот этот байк. Хорошо, по коням. Круто. Эх. Включись ко мне. Вруби автопилот. Автопилот. Ну, я думаю, мы еще покатаемся на них. Может, в следующих главах. Время пошло. В следующих заданиях. Вас понял. Вращение точки 5. Брать живьем. Он поможет нам найти Аида. Понял. Конец связи. Здравствуйте, бойцы. Я с миром. Гидеон, приказ 5-5-8. Эх, загуляем ща. Кустик. Я подумал, это какой-то зверек, что ли? Издалека я имею в виду. Ого. У меня вроде глушитель. А, это вообще дробовик, по-моему, нет? Нет, просто похожий. Ну, я так думаю. Давай мародерствовать. Или что-то делать. У меня фонарик не такой яркий, или мне так кажется? Я что-то все посмотрел, что ты тут боишься-то? Блин, вы что, офигели?
Быстрее, я боюсь. А, там ничего. Микроскоп. Ой, что у них с глазами? Смотрите. Офигеть. Химическая атака, наверное. Либо яркий свет. Так. Какой двери? А, вот, давай. Сейчас штурм будет, наверное, да? А, нет. Смотрите-ка. Круто, он оружие меняет. Сижу, устал, честно. Все, я посидел. Фу. Да, надо отдохнуть. Ой. Сейчас упадет, да? Да не, не должно. Что такое? Ну, они должны были наверх посмотреть, вообще, по сути дела. Ну, то есть... Блин. Хрустит как лед, блин. Весенняя корка льда. Так и знал, блин, а? И как еще там может быть? А, ну я надеюсь, я сейчас подпрыгну и мы вместе уйдем. Бери пушку, твою. Да, пушечки. Пушечки-то у нас нет. Как? Не знаю, как он мне... Так запороть миссию, ну ё-моё. Эх. Меня не услышали. Не высовывайся, а куда мне идти-то? Стоп, стоп. А, ну можно. Пфф, я-то думал, вообще надо тихо пройти. Стелси, ну ладно. Тогда нормально, чё. Пушку какую-то классную дали. Одна граната, правда, да? Да, одна граната. Ладно, ну чё, всё нормально тогда. Как всегда, я запарываю первый вариант. А... Офигеть. Ой, блин, да даже тут манекены. Ух ты, я... Так, куда нам надо? Сюда, да? О,
поезд, что ли, ничего. Так, тут вам ничего. Так. Круто. Смотрите, какая офигенная подсветка, как все бликует, рефлектует. Даже фонарик слепит. Так и знал. Ой, F. Да пристрели ты его, чё ты с ним возишься? Так, а как эти хрени искать, где, помните, нам очки дают за них, блин, я не знаю. Что-то не знаю. Что-то, ой, куда они идут, что-то я не знаю. Что-то прячься, со мной не пропадешь. Ё-моё, собачки. Стоп. Граната, смотрим, смарт, контакт. Йо. Так, вон там башка одна торчит. Кабачок ему стреляет. Тыковку давай, отлично. Еще один бам. Хорошая пушка, я вам скажу. Рекомендую, можно сказать. Бедные зверушки, а. Так, а на это у меня есть вам сюрприз. Раненый. От такого взрыва, там, блин, вообще даже не... От такого взрыва никто не должен говорить слово раненый. И вообще никто не должен ничего говорить после такого взрыва. Должны молчать. Кто это сказал вот сейчас? Так, это мое любимое оружие. Тут лежит. Так. Что у тебя? Мы у блокпоста на Бейтс-стрит. Везде солдаты КВА. Беглый огонь. Мы почти на месте. Ё-моё. Не ссы, со мной не пропадешь. Я постараюсь. А, это наш. Солдаты врага впереди. Патрончик бери. Дай мне такую же пушку, как у тебя, а. Блин, я вообще киданул, круто. С бедра даже лучше. Спрятался, называется. Круто, мне нравятся такие вот перестрелки в помещениях. Убираемся. Точнее, убирайтесь. Ё-моё, нифига их там. Даже не за что спрятаться. Хотя нет, есть за что. Круто. Так, о! Это что такое? Офигеть! Бам! После этой пушки точно никто не будет раненый. Он промахнулся, хотел в башню засветить.
В башню же попал, да? Бам. Нормально. Он все еще в госпитале. Хорошо. Нужно убираться. Выдвигаемся. На этой улице нам негде укрыться, босс. Грузовик, укрываемся за ним. Госпиталь, в 100 метрах. Пошел. Докер, прикрой нас. А, мне прикрыть, да, или что? По башенкам стреляем, ребятки. Кто говорит, не понимаю, не вижу никого. А. А задержать дыхание можно? Да, можно. Да высунься ты уже. Да блин. Ладно, давайте толкать. Толкаем. И раз. И давай еще быстрее. Беспалевно вылазишь-то, чувачок. Так, сейчас с этими ребятками разберемся. Там еще один сейчас высунется, да? Вот ты засранец. Гренка взорвалась. Так, вот этого мы бункнем. Или он уже все? Да, он уже к вам. А, и... Бляхма. Бам. Все, нет патронов, да? Ну ладно, тогда давай вот так. А, заменяем патроны на... На щит. Своеобразный. А, все, задание выполнено. Круто, чё. 300 патрон. Ну, 330, если в сумме, значит, сказать. То... 330. Вспышка! Ух ты, ну, ма... Да что ж ты будешь делать-то? Гади, чувак. А, ну здесь нету, да? Ну ладно. Тогда давай. Что это? Объясните мне, что это такое? А, ну все, ясно. Это круто. А ты типа меня ждал, да? Наверное, он меня ждал, пока я ему патрон в башку сажу. По головам, чё-то по головам. Извини, чувак, чё тебя не задел? Что ж ты делаешь-то так? Патроны бы пополнить. Мы на месте. А, я уже пополнил, наверное. Ну, в достаточном количестве у меня их. О, штурмовать сейчас круто будет. Бабах. Дайте оружие-то, блин. Привет. Доктор. Доктор. Подойдите, Лаида. Я не скажу. Все они так говорят. А потом визжат, как свиньи. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ты не знаешь, на что он способен. Теперь нам всем конец. Ты не знаешь, на что я. Не сегодня. Упакуй его. С радостью. Мечом, со мной. Си, сеньора. Ну как круто все подсвечено здесь, а посмотрите-ка.
Почему-то я быстрее всех бегаю, честно, я заметил. Так. Упс, это я виноват, да? Или заскриптовано? Офигеть. Ого. Это уже Крайзис. Второй. Идет подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Ты думаешь, ему можно доверять? У нас есть выбор. Что это было? Хрен его знает. Папайка, двигаем. О! Так, есть пользователи ФФ, наверное. Вот нам и дают, наверное, покататься. Или автопилот. Мышь управлять, да? А, вверх-вниз не надо, да, подниматься? Хорошо. Бочка, что ты творишь? Не облажаться, блин, а? Крутой момент же. Я думаю, блин, в столб сейчас врежусь. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, осторожно, осторожно. Ну, я не отстаю. По-моему, ты угнал куда-то. Давай-давай-давай, поворачивай ты, блин. Поворачиваешь. А, надо газ постоянно сжать, тогда поворачивать гораздо, по-моему, легче. Ну, сколько я заметил. Завалил все-таки миссию. Ну, блин, че ж так не везет-то, а? Да, ну ладно. Бывает. Бомбиверт! Где он? Круто, чё? Пророк, спасибо, чувак. Цель захвачена. Забираем его для допроса. Где он? Конец связи. А, хедшоты выполнено, значит. F2. Одно очко, да ладно, вы смеетесь. Так, смотрим, что тут у нас. Гренки, гренки, бег. А, бег меня не интересует, вроде увеличивает скорость перезарядки. А, значит, что тут еще? Может быть, вот это? Не, это не то, не пойдет. А, активирует обнаружение гранат. Не очень понятно, что это. Ну что? А, летальные гранаты, что это такое-то вообще? Летальные. Может, летательные? Увеличит количество тактических. Это типа, наверное, на Q и G, наверное, в этом смысле. Давайте пока ничего не будем прокачивать, я думаю. Может быть, скорость перезарядки. Ну, можно попробовать. И будем копить тогда уже. На, ну, если вдруг не будет хватать, будем копить очки навыка. А хедшоты выполнили, значит, мы достаточно нормально так попадали по головам. Мы были почти у цели.
4 года на хвосте у Аида, и мы взяли его помощника. Доктор был ключом ко всему. Значит, начнем сначала. Эти люди. Кто они? Кто они? Вот кем вы меня считаете, а? Думаете, я крыса? Пошли вы! Думаю, ты будешь тем, кем я скажу тебе быть. Илона была одна такая. Раньше в спецназе, теперь в Атласе. Могла стать тебе другом. Или ужасным кошмаром. Угадать было нельзя. Мы знаем имена. Осталось узнать, где и когда будет встреча. Можете убить меня. Я уже мертв. Ну, раз уж ты попал на крючок... Пьер, прошу, работай со мной. Поможем друг другу. Все было кончено. Источник всего один. Данные проверены? Проверено. Аид встречается со своими спонсорами на Санторини через 24 часа. Мистер Айронс, существует протокол ввода войск в... На его совести 50 тысяч смертей, генерал. Мы входим. Операция на территории независимой страны? Без одобрения Конгресса это объявление войны. Атлас – международная частная компания. Нам Конгресс не нужен. Господа, готовы к работе? Мы готовы, сэр. Ждем команды. Эх. Высадить группу через 6 часов. Чей это приказ? Это мой приказ! Охота наш новый. Ой, не новый этот. Глава так называется, я так понимаю. Смотри на Аида, а не на меня. Клиент приближается. Отбить его. Давай, Митчелл. Эх, с удовольствием. Дорогая девочка. Так. Найдем клиента. Отслеживайте радиосигналы. Приблизь, чтобы рассмотреть. Пока мы. Так, ищите переговоры КВА. Это наш пропуск в их логово. Сигнал КВА совсем близко. Так, проверь-ка его. Попробуй переключить камеру. Сигнал КВА совсем близко. Проверь его. Вот этот чувак, супутняк. Не совпадает. Ну дальше. Ладно, пофиг. Так, что такое? Сигнал КВА совсем... О, нигер, наверное, он. Ответ отрицательный. Даже ищи что-то... дальше. Да здесь где-то, я же чувствую. Так, проверь-ка его. Во, он тот чувак. Точно, ну смотри, стрёмный какой, наверное. Хоть здесь правильно справились первым разом. Это наш пропуск внутрь. Браво, пошел. Нет нужды напоминать о том, как важна наша миссия. Аид несет ответственность за ядерные удары, нанесенные 4 года назад. Уничтожив его, мы уничтожим всю сеть КВА. Ошибиться нельзя. Действуйте! Держим дистанцию, потом убираем его. Я займусь тем, что сзади. Не облажайтесь, девочки.
Хорошо. Какие девочки? Кто меня назвал? Чё, офигели вообще, чуваки? Какого хрена? Это частная территория. Вам нужно уйти. Я ищу рынок. Похоже, я заблудилась. Это не здесь. Нарушители! Ой-ё, как-то неприятно. Ладно, пофиг. Отлично. Приготовиться к бою. Магнитный ключ у Браво. Внимание, Альфа. Браво в точке Х. Вас понял. Тихо. Проверил. Илона. Будут докладывать каждую четверть часа. Есть место, которое с нашей точки патруль, не простреливает. Убрать его. Поставьте на этот угол человека, чтобы прикрывал. Двое в следующей Очень комнате. Периметра. Мы поставили патрули на каждый уровень и на парковке. Здесь и здесь. Как только встреча закончится, бронированный джип и еще две машины выйдут из южного гаража и пойдут. Наверху. Проще простого нафиг. Этот мой. Все будут на месте и вовремя, сэр. Вашей встрече никто не помешает. Надеюсь. Иначе спрошу с тебя лично. Понял. Аид, конец связи. Клади его. Пророк. Си, девочка. Зачищен. Теперь займемся конференц-центром. Так. Переходите к фазе 2. Митчелл, надевай экзокостюм. Я соберу осу. Подкачаем костюм. Ну ладно, сразу бы надел. Круто. Пророк, оса готова к запуску. Альфа на позиции, ждем. Вас понял. Жду осу. Займись дроном, Митчелл. Я буду прослушивать собрание у Аида. А, так, сейчас, секунду, надо прерваться. Приостановлю и потом продолжим.